Що ж, дорогі наші телеглядачі, раді представити вам нашу ранкову гостю. До нашої студії завітала організатор майстер-класу «Секрети гейші» Наталія Маслюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Наталочка. Вітаємо тебе у нашій студії. І хочемо вже зараз проанонсувати для наших глядачів, що сьогодні Наталка, окрім того, що буде з нами ділитися такими секретними знаннями, як досягти взаєморозуміння зі своєю другою половинкою, як досягати своїх цілей, які ти поставила, які ти хочеш отримати від чоловіка, також вона сьогодні не з пустими ручками, вона принесла нам подарунок, і це розіграш сертифікату на майстер-клас «Секрети гейші». Для того, щоб отримати цей сертифікат, вам необхідно буде зателефонувати з номерами, які будуть з'являтися на наших екранах, і той, хто зателефонував, поспілкувавшись з нашою ранковою гостею, зможе отримати цей подаруночок. Так, Наталко? Звісно. Що ж, поки наші телеглядачі набирають ці номери на телефончиках, розкажи нам, будь ласка, хто така гейша? Вот действительно, как было видно с сюжета, то, что люди говорят гейша, гейша, это все-таки Япония. Мне бы хотелось, вот, чтобы женщины в Николаеве поняли то, что почему я взяла именно гейша, потому что это образ женщины, который уже сформировался давным-давно. Они передавали из поколения в поколение такие знания, которые должна знать действительно каждая женщина. Это как ухаживать за собой, как сохранять свою молодость, красоту, как вести себя в обществе, как вести себя со своим мужчиной рядом. Как делать так, чтобы твой мужчина рядом с тобой, он расцветал, и чтобы ты рядом с ним цвела. То есть есть такое сказание, то, что мужчина – это рама, а женщина – это цветок. И мужчина должен так оформить женщину, чтобы она рядом с ним только расцветала. Ага, тобто не все повинні робити жінки, чоловіки також мають зараз прислухатись і виконувати всі. Да, це дуже важливо, тому що мужчина теж має розуміти, що якщо він хоче, щоб жінка рядом з ним була красива, то тоді він красива і щаслива, що найголовніше. Він має її стимулювати тим самим, він має її підтримувати, тому що жінка, вона дійсно дуже сильна, але їй не вистачає мужської підтримки. У нас так сложилось, що жінки все-таки слабіші, ніж чоловіки, ну, чисто фізіологічно. Поэтому в какие-то моменты жизненные, в тот стремительный мир, который сейчас происходит, просто хочется уткнуться в что-то мягкое плечо, и чтобы тебя так обняли и сказали, ну все, вот я с тобой, а ты в свою очередь такой, да, а ты мой герой, вот, и все прекрасно. Тож, розкажи детальніше, яка має бути взаємодія між чоловіком та жінкою? Ну, это нужно смотреть на каком из этапов, потому что на каждом этапе отношений... Нет, не этапы. Конечно, ну, как бы очень много этапов взаимоотношений, на каждом этапе есть свои определенные взаимосвязи, которые должны образовываться между мужчиной и женщиной, потому что, допустим, в начале отношений, когда люди только знакомятся, естественно, что они могут не знать там каких-то мелких таких пристрастий, которые могут знать люди, которые уже 10 лет живут в браке. Но при этом, когда они 10 лет в браке, у них стирается вот это вот ощущение новизны, и они просто перестают ощущать друг друга. А мы каждый день меняемся. И тоже этот человек, который с нами уже 10 лет, он уже может быть совсем не тем человеком. И это интересно узнавать его заново. Ну, дійсно, цікаво віднайти людину, але як це зробити, тому що, як я вже сказала, 10 років пара може бути разом і не знати, можливо, чогось елементарного один про одного. Узнавати. Просто брать и узнавать. Выделять себе хотя бы один вечер в неделю. Не знаю, детей к бабушкам, в садике. Ну, то есть в любом случае должно быть время, чтобы пара проводила именно совместно. И таким образом просто находить те точки соприкосновения, которые нравятся вам вдвоем, но при этом выходить за грани этого. Угу. То есть какие-то внедрять новые ощущения, новые вкусы, новые ароматы, посмотреть, какая у вас атмосфера в доме. Ось щодо атмосфери, ось, як її створити, цю особливу атмосферу, щоб дійсно створити романтику, яка спрямує на взаєморозуміння. Вот как раз у меня на мастер-классе мы будем разговаривать с участницами о том, что как наша спальня влияет на то, какие мужчины к нам приходят в нашу жизнь. То есть, да, это очень важно. Спальня – это достаточно личная вещь, она, как никакая другая комната, показывает, какая хозяйка и какого она ждет мужчину к себе. Потому что, меняя элементы своей спальни, мы меняем тех мужчин, которые приходят. Если уже у нас есть мужчина, мы можем подкорректировать некоторые детали, и он будет меняться рядом с нами. Розкажи детальніше про це, то мені вже цікаво. Ну, в першу чергу, це цвітова гамма.
То есть, если мы хотим какой-то стабильности, то это, естественно, это какие-то древесные оттенки. Это зеленый, который характеризует такое вот именно спокойствие, вот такое вдумчивость. Если мы хотим какого-то более такого агрессивного мужчину, то это понятно, что это красные оттенки. Но с этим лучше не перебарщивать. Агрессия должна быть в меру все-таки. И лучше пусть она проявляется в работе и в каких-то таких деталях. Вот. Это что касается цветовых гамм, это так немножечко. Можно добавлять разные ароматы, потому что ароматы, они тоже, они, каждый аромат имеет свою какую-то такую энергетическую зарядочку. Еще до ароматов хочу дати свою вкладку. Вирішила створити романтичну атмосферу, накупила аромамасу, все запалила, заходить чоловік, починає кашляти, чхати, каже: «Боже, що це так воняє в кімнаті?» А ти сидиш така вся романтична, така вся напахнена, аромамасло, аромаліка, а він каже, що це не те. Да, есть такое. Потому что тоже в нашем мире очень много запахов, и когда ты приходишь домой, ты хочешь отдохнуть, и чтобы была комфортная атмосфера, тебе ничего не забивало твои нюховые рецепторы, и поэтому хочется, чтобы было что-то нейтральное. Если хочется дать какую-то такую атмосферу, очень многие женщины говорят: «Ну мне же так нравится, мне нравится ванилька, мне нравится корица», а мужчина приходит и говорит: «Фу, зачем ты мне эту корицу дала? Вот. Я ее терпеть просто не могу, а ты мне с этой корицей». Тогда можно как-то немножечко внедрять, добавлять какие-то элементы. Если вам так уж прям нравится корица, делайте, не знаю, булочки с корицей. Делайте то, что он любит. Но при этом показывая ему, что эта корица хорошо. И после корицы можете поцеловать его, обнять. Таким образом у него корица будет символизировать то, что вы его потом поцелуете. Что вы его погодуете, да? Или покормите. Ну, кому что нужно. Вот. Ну, я все-таки советую сначала не начинать с каких-то резких композиций, потому что та же Япония, где было принято, что гейши зажигали аромапалочку, и вот сколько с ней находится вот этот мужчина, который я выбрал, столько горит вот эта палочка. Потом вот в этих чайных домиках подсчитывала хозяйка чайного домика, сколько сгорело этих палочек, и такую плату получала гейша за этот вечер. Ух ты! Но у них это была норма, а у нас зажги в доме эту палочку. Мало того, что это все продымится, но кто-то их любит, кто-то нет. Но я тоже к ним достаточно скептически отношусь, потому что для меня запах все-таки должен быть более натуральным, более естественным. И чтобы а что ты порадила? Дійсно, из такого більш натурального та природнього, щоб не було сильно агресивним, і чоловік потроху зміг звикнути до аромотерапії. А это, вы знаете, вы смотрите на себя, какое у вас настроение, потому что масла тоже и ароматы подбираются именно под настроение. Как чай, если вы приходите на чайную церемонию, вы сначала знакомитесь с ним, вот под ваше сегодняшнее настроение, а потом уже вы его пьете. Вот так и с вашим мужчиной. У вас может быть одно сегодня настроение, у него другое. Mm-hmm. Попробуйте поиграть с этими ароматами, выбрать одно, немножечко добавить другой композиции. Но лучше все-таки начинать с нейтралки, то есть можно вообще без каких-либо ароматов. Либо какие-то монокомпозиции. То есть это что-то может быть кокос, чтобы такое тропическое вот атмосферу создать. Это может даже быть ваниль, но не резкая ваниль. Вот те же булочки, которые пахнут. Ну, даже просто элементарно аромат воска, который плавится от свечи, он создает уже такую атмосферу, которая является теплой, и кажется, будто ты действительно находишься в том доме, в котором тебя ждут, этот очаг. Если у вас есть камин, прекрасно. Дрова, вот это тоже запах. Это все. Ну, пробуйте сначала с натуральными ароматами. Если вам этого будет мало, можете потом добавлять постепенно какие-то такие композиции уже другие. Друзі, я нагадую, що маєте змогу зателефонувати до нашої студії, отримати сертифікат на тренінг «Секрети гейші». До речі, Наталочко, як і де буде проходити тренінг? Тренинг будет проходить по улице Озерная, студия «Солнце», с 12 до 3 часов дня. Это в воскресенье. 4 февраля. Чекаємо на ваші дзвіночки, наші дорогенькі. Ми поговорили про аромати, ми поговорили про кольорову гаму. А ось якісь, можливо, доторкання, якось. Ты сказала, можно его обменять, поцеловать, ще-ще. Вот есть такая теория, то, что есть 5 языков любви. Один из языков – это язык прикосновений. Вот, допустим, это лично мой язык любви, потому что я люблю, когда и ко мне дотрагиваются, но только, естественно, те люди, которых я люблю. А инчи 4? А другие 4 – это, ну, язык, который есть, это комплименты, словесный язык, потом подарки, прикосновения, и 2 других – это своего рода разные служения, то есть помощь и служение.
5 языков любви. Щодо доторкань. Что касается касаний, это просто, наверное, самый такой интимный процесс, потому что первое касание, вот, которое делаешь перед массажем, допустим, в принципе, когда идет такая настройка, это, наверное, самый важный, потому что сейчас главное не спугнуть, а настроить ни себя, ни его, потому что вы не только его пугаете, вы еще себя. Потому что это все-таки другой человек. Детей, буде добре. Массаж. Это другой человек, у него другое сердцебиение, у него совсем могут быть другие эмоции, другое дыхание. И поэтому здесь очень важно подстроиться, и чтобы ваши ритмы совпадали. И первые пару секунд вы должны просто почувствовать, как он дышит. И попробовать подстроиться именно под это дыхание, чтобы ваше дыхание было в такт. Дальше после этого можно переходить к другим приемам массажа. Що ж, дорогі наші телеглядачі, ми вже готові показати вам, як буде відбуватися справжній масаж у студії Нового дня. Наша Наталочка повідомить вам, як можна досягти взаєморозуміння, зробити якесь прохання для чоловіка, щоб це не було так, що хочу, а щоб він сам захотів це зробити. Наталка, таке можливо? Конечно, все возможно. При вашем желании все возможно. Главное понимать, чего вы действительно хотите. Перед массажем непосредственно нужно самой настроиться, понять, чего же я хочу, что я хочу сегодня передать своему мужчине. И вот тот комплекс, который я сейчас покажу, его лучше делать в конце рабочего дня, когда мужчина приходит с работы, он уставший, он загруженный, он сегодня очень много решал дел, и ему хочется просто расслабиться. Уже ни про что не думаю, я буду думать только про то, что я хочу. Вот в этой стадии, который он приходит с работы, он как раз много о чем думает. И задача действительно женщины сейчас просто снять с него это напряжение, чтобы он думал не о работе, а о доме и о тебе. Дмитре, зараз Наталка буде робити тобі масаж. Ти готовий до цього? Готовий. Тільки я хочу нагадати, що попереду ще робочий день. І не думати про роботу не забувай. Добре. Ну, Наталочка, розпочинай, навчай нас, ми вже дивимось. Ой, Діма, сьогодні тобі всі дівчата Нового дня практикуватись будуть. Мені сьогодні пощастило. Я навіть йому трішки заздрю. Ну, мужчина сидит. У нас комфортная поза, это может быть диван, но так, чтобы женщина могла обойти и стать сзади. Мы просим его немножко наклониться на нас, придерживая за плечи, чтобы он расслабился, можно за голову, и ложим его голову к себе на грудную клетку. И вот сейчас я чувствую, что Дима не расслабился. Мы можем сказать, мне не тяжело, Дима, можешь расслабиться. А потом первое, то, что очень важно, это первое касание, когда мы дотрагиваемся просто вот чуть-чуть ниже вот шеи под ключичками. Мы дотрагиваемся и чувствуем, как у него бьется сердце. Дима расслабился. Выскакивает сердце просто. Ну така дівчина. А ви зараз там працюєте в такт з Дмитром? Вот сейчас я чувствую, как он дышит, и стараюсь так же само дышать. Наталочка, що я помітила, ти все робиш зараз так повільно, можна сказати, навіть трошки тихенько, для того, щоб налаштувати атмосферу, наскільки я розумію. Так, да, в першу чергу атмосферу, а второй, ну, кому понравиться, якщо ти почнеш і будеш кричати йому на ухо. Це зовсім ніяк не розслабляє. Вот. Потом следующее, что мы должны делать, это один из элементов массажа, это поглаживание. То есть вот элемент, когда мы проводим с головы, вот руками, мы как бы стряхиваем все то, что у него накопилось за день. Можем это делать вот просто идет по голове, можем по диагональке делать. Просто мы снимаем все, что у него накопилось, все его мысли. При этом мы можем говорить, какой он у нас хороший, что он у нас очень умный, что он у нас достигает успеха. И это работает своего рода аффирмацией. Сейчас очень любимым психологом, когда ты все время проговариваешь, что я богатый, я сильный, я здоровый. Вот так же самое мы действуем. Потому что чаще всего мужчины не заморачиваются. Ну, психология, ну зачем нам эта психология? А вот женщина как раз об этом думает. Потом, после этого, мы можем перейти на легкие движения на растирание. Мы делаем как грабли, впускаем их в волосы и делаем легкие такие движения. То есть, Дима, тебе так... приємно? Дуже просто... приємно. Как кошечка вроде бы. Я бачу, Дмитро вже очі закрив. Вот, он напрягается. Если мы чувствуем напряжение, мы снова его расслабляем. Зразу не бійся, все буде добре. И массуешь эти руки снизу от этой зоны? Они могут проходить хаотично. Вам сам партнер может сказать, где ему больше нравится. Если он хочет сильнее, вы можете делать сильнее. Дмитро, где тебе больше подобается? Ось зараз. Тобто снизу.
Вот сейчас я как раз разминаю большими пальцами. Вот идет спуск от головы к шее. Это самые напряженные мышцы, которые есть. Дальше после этого мы можем слегка натягивать волосы. Мы берем волосы и натягиваем просто. Это стимулирует кожу головы для того, чтобы лучше проходила мозговая деятельность. И мы можем даже сами себе делать, потому что после тоже рабочего дня такое есть ощущение, особенно у девушек. Кажется, будто, боже, ну как-то так волосы тянут, голова брит. Просто подтянуть, это стимулирует и рост волос. Головне, наскільки я розумію, робити це не дуже реально. Ні, дуже легонечко і легонечко відпускає. Ось в чому секрет росту волосся. Да. А я то думала. Береш і тянеш. Дашка, після того, як ми зробили усі ці рухи, наскільки я розумію, головне ще сам посил. Що ми думаємо під час того, як ми робимо йому масаж? Це дуже важливо. Це один теж із секретів тих же гейш, тому що вони могли просто одним взглядом сказати мужчині, чого вони хочуть. Угу. Да, то есть, когда мы делаем массаж, это очень такой небольшой секрет, мы представили себе нашу любимую шубу. Ага. Или то, что то мы хотим. Жиночки, все, кто мрия про шубу. И мы просто вот вместе с этой мыслью, думая, какой у нас сильный, какой у нас прекрасный мужчина, посылаем ему то, что мы будем счастливы, если у нас появится шуба. Мы не будем мерзнуть, мы будем еще прекрасней. Мы будем делать массаж чаще, расслаблять тебя больше. Но только, пожалуйста, купи нам эту шубу. И мы мысленно это все проговариваем. Инна, она мне еще массаж не робила, но шубу я вже купити їй хочу. Друзі, зовсім скоро маємо передати слово телевізійним новинам Миколаївщини, але, Наталечко, прислухавшись до твоїх порад, хочеться ось так зробити. Діма, Дім, новий день буде щасливий, якщо на телевізійних новинах Миколаївщини ти принесеш нам булочку, каву, цукерочку, Діма, і ще щось поїсти. Діма, ти мене зрозумів, так, ти найкращий. Вже... Дякую, я вже готовий йти. Друзі, дія, справжні діють ці поради. Наташа, ти чарівниця. Дякуємо тобі. Я нагадую вам, друзі, що до нас сьогодні завітала Наталочка Маслюк, організатор тренінгу «Секрети гейші». У нас продовжується розіграш сертифікату, запрошення, тож телефонуйте, чекаємо на ваші дзвіночки. Наталочці, дякуємо.